И сейчас к нам присоединяется наш корреспондент из Кукшетау. Там потопленная талая вода в несколько многоэтажек. Из-за этого люди не могут попасть в свои квартиры. Как пояснили местные власти, причиной потопа стало повышение уровня воды в реке Кылшакта. К нам присоединился Аслан Абуталипов. Аслан, приветствую. Какая сейчас обстановка в городе? Здравствуйте, Ботагоз. Да, еще вчера ничто не предвещало такого подтопления, и ситуация была довольно стабильной. Сегодня рано утром на реке Кылшакты, которая протекает практически по всей территории города, внезапно поднялся уровень воды. Вследствие этого произошло разлив талых вод. Из-за этого пострадали дворы нескольких многоэтажных домов и около десятка частных домов в районе элеватора. Также под мостами и на некоторых участках реки Кылшакты возникли ледяные заторы, которые сейчас ликвидируются силами экстренных служб. Талые воды заполнили, как я уже отметил, дворы многоэтажных домов и частные дома. Надо отметить, вода проникла, сильно пострадало имущество и мебель горожан. Перед эфиром нам удалось пообщаться с горожанами, которые пострадали от прихода талой воды. Давайте сейчас их послушаем. Часов 9 дочка звонит, что затопила дом, вода пошла. Вот я с работы отпросился, приехал тут, вот видите, какую картина какая тут происходит. И вот за всю весну я не видел, что паводкам готовились. Вот я живу 21 год, первый раз в жизни такое я встречаюсь. Вода начала поступать потихоньку, но сразу, ну, тут где-то за полчаса уже весь двор, все, полная вода была уже. Потому что такой наплыв идет. Потоп это. Первый раз. Я живу здесь 26 лет. Обращались МЧС. Телефон все дали. Но они говорят, мы знаем, говорит, мы принимаем меры. Вот сейчас они на льду все ходят, ломают. Надо было раньше вот этот лед, как, пока полностью не растаяло, ломать. Сейчас коммунальные службы и спасатели очищают реку от ледяных заторов. Вместе с этим вокруг школы социальных объектов укладываются мешкотары и инертные материалы, чтобы спасти их от затопления. Рядом со мной сейчас находится исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Акмолинской области Канат Доспаев. И сейчас он расскажет, какие работы проводятся, чтобы спасти от талой воды жилые объекты и социальные объекты. Канат Кабибулдинович, здравствуйте. Здравствуйте. В целом сейчас какая работа проводится по ликвидации вот, возникших трудностей? Почему наши вот, экстренные службы и коммунальные службы не оказались готовы к подобному повороту событий? То есть произошло подтопление дворов многоэтажек, затопило несколько частных домов. Вследствие чего это возникло? Сейчас я отмечу, что на данный момент у нас по итогам обхода отмечено, что произошло потопление 8 частных жилых домов, 28 частных жилых домов потоплены дворы и 7 многоквартирных жилых домов потоплены дворовые территории. Здесь необходимо отметить, что пропуск воды через русло реки в черте города Кукшетау у нас начался 25 числа. Вот в связи с установившимися положительными температурами и днем, и в ночное время у нас сложился... Сформировался талый исток, в степях вся вода поступила у нас в реку Кылшакты. Необходимо отметить, что она наберет свое начало с Щучинского района, Бурабайского района нашей области. Весь этот талый исток пришел в город Кукшетау. И сегодня, 28 числа, в 7 часов утра, у нас уровень воды в реке Кылшакты поднялся. Он превысил критическую отметку на 70 сантиметров. Если у нас критическая отметка на мосту по улице Абая через реку Кылшакты составляет 120 сантиметров, то на... Он уже в 7 часов утра превысил эту отметку и в течение часа достиг отметки 190 сантиметров. В результате чего произошло перелив воды, и выход воды из русла реки и перелив ее через те оболования, которые мы устраивали еще в осенний период. В этой связи произошла такая вот ситуация. На данный момент мы мобилизовали все имеющие ресурсы, силы, средства департамента по ЧС. Помогают наши курсанты Академии гражданской защиты, а также мобилизованы все коммунальные и аварийно-технические бригады города нашего. Но за этой ситуацией контролирует министр по чрезвычайным ситуациям с республиканского штаба и координирует нашу работу аким области непосредственно. Все меры принимаются, как уровень воды спадет в реке Кылшакты, вся техника уже воду откачивает,
порядка задействовано у нас более 200 человек и порядка 78 единиц техники. А как отрабатываются жалобы и заявки жителей города, вот сигналы, которые поступают о подтоплениях, о приходе талых вод? Для отработки заявок у нас наши сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау и сотрудники акимата вместе по заявкам проходят к этим домам, фиксируют уровень воды в домах, какой ущерб нанесен. Ну, они ущерб не оценивают, это будет оценивать специализированная организация. Мы смотрим, что действительно дом потопило, выдаем справку для последующего получения материальной помощи от местных исполнительных органов. Спасибо большое за детальную информацию. Всего доброго, Канат Хабибулинович. Итак, борьба с талыми водами продолжается. Как отметил наш спикер, сейчас задействованы все силы и техника экстренных служб. Проводятся все необходимые работы. Мы будем следить за событиями. Ботагоз, вам слово. Аслан, спасибо. Я напомню, во всех регионах страны работают наши корреспонденты. В каждом выпуске мы будем рассказывать о паводковой ситуации в Казахстане.